Поэтому я в распоряжении своего руководителя не могу допустить... Вы секретарь? Да, я секретарь, моя фамилия Костромина. Поэтому я не допущу господина Доможирова на совещание. Он нет, его нет в списках. Все понимаю. Ну, соответственно, я вас прошу принять меры и осуществить мой допуск на совещании, прекратить, Евгений Валерьевич, соответственно, прекратить, по сути дела, совершение преступления по 1974, 28.07.74. Александр Николаевич, у вас есть списки приглашенных? Да. Скажите, пожалуйста, ваши данные. Ваши данные можно? Татьяна Николаевна, полностью должность, да? Татьяна. 24.03.1960. Ваша должность? Ведущий специалист. Отдела производства и контроля. Департамент экономического развития администрации города Вологды. Департамент? Экономического развития администрации города Вологды. В отношении вас какие-то были противоправные действия? Противоправных действий не было, господин Доможиров пытался ворваться, но я как бы не могла допустить. Оскорбление было? Буду говорить, что не было. Не буду обострять. С вашей стороны заявление будет какое-то отношение? Нет, не буду. Евгений Валерьевич, вас... Прошу привлечь, соответственно, гражданку Костромину по статье 144 УК РФ и, самое главное, прекратить осуществление данного преступления. То есть дать мне допуск. Давайте, знаете, как я сделал? Цивилизованно. Заявление будете писать? Да, конечно. Нужно проехать в отдел полиции. Я заявление могу написать через интернет-приемную. Прямо на Федотова. Мне сейчас, я сейчас главное фиксирую факт. Будете ли вы как сотрудники полиции пресекать ваш... совершение правонарушения со стороны гражданки страны. Я вам делаю сейчас устное заявление с просьбой. Я вам показал удостоверение свое служебное. Я вам сообщил о том, что я журналист. Я вас попросил пресечь противоправные действия гражданки Костроминой и осуществить мой допуск на данное совещание. Всю информацию я сейчас давайте передам в дежурную часть. Подождите. Просто, смотрите, совещание идет, чтобы было понятно, либо оно совершено будет, преступление до конца, и сотрудники полиции принимали участие и отказались исполнять законные требования журналиста. Так я еще раз говорю, осуществите, пожалуйста, мой допуск, прекратите сейчас совершение преступления. Необходимо передать дежурную часть, хорошо? Ну, связывайтесь с дежурной частью, но еще раз говорю, ребят, чтобы не было заявлений на вас, соответственно, в связи с тем, что вы не осуществляете своих полномочий. Я